Начал своего родственника, вот серпом проткнул голень. Вот. Рана была достаточно глубокая, остановили кое-как там кровотечение. Приехал домой, минуя травмпункт, я, конечно, на него это попыталась все-таки, что нужно ехать и сделать несколько, хотя бы две скобы поставить на эту рану. Он категорически, как все мужчины, отказался. Ну и что, конечно же, подключила всю нашу продукцию, какую только можно. Это новамин по 10 капсул, вот. Омега-3 ультра по 2 капсулы 2 раза. Пури Лайф лимфосан, или как сейчас называют, фитосорбент. Вот. И подключила еще наш биодоступный куркумин по 1 капсуле 2 раза в день. Мы прекрасно еще уже с ним наверняка многие познакомились и знают, что он обладает выраженным противовоспалительным, антисептическим, противомикробным действием. А с учетом того, что все раневые поверхности у людей, у которых есть сахарный диабет, заживают очень-очень медленно. Вот. И с учетом того, что биодоступный куркумин, он как раз и снижает уровень, способствует снижению уровня сахара еще в крови. То есть он как бы хорошо включился вот в этот процесс. Добавила еще один продукт, вы, конечно, очень удивитесь, под названием Anti-Age Therapy, антиоксидант, который непосредственно нужен нам, женщинам. И я его купила лично для себя, но с учетом того, что он тоже обладает выраженным и противомикробным, и противовоспалительным действием, улучшая состояние сердечно-сосудистой системы, да, является сильнейшим антиоксидантом, я подключаю и этот продукт, отдаю ему. И мы в течение, ну плюс, конечно, еще местное лечение, там лекари и прочее, вот, биотрон лампы светили, 2 раза в день перевязки делали. В течение 3 недель у нас произошло заживление вот этой раны, которая была, ну, наверное, 3 сантиметра в длину и 3 сантиметра в глубину. В общем, мы с этой проблемой справились благодаря продукции сибирского здоровья.